артисты Национального театра оперы и балета. Квинтет, как правильно называется? Расквинтет, да. В его составе преподаватели гимназии музыки. Вот. Они представятся сами и скажут, как это, что это проходить будет. Вот, пожалуйста, прошу. Так, проходим, друзья, проходим, проходим. Занимаем, не станете, ставимся. Завышенного. Ты сосредоточишься на своей позиции, на интонации, на
надо все выше сделать. А как ты сделаешь? Правом доступа, если они могут передать. Отработал такой инструмент, который я с фальшивым не имею права. Ну не может, наверное, спасти. Знаешь, у трубочейков, она вот убийство. У них тогда губами что-то сделать. Отработ можно по большому счету любой спасти. Поэтому советуйте себе, можно держать чуть ниже, и не запрягайте до конца. Сейчас я разбираю, конечно. Давай сейчас поставьте.
все время играем в оркестр, в ансамбле, что мы вместе играем с ритмичным, что каждый будет свои восьмые. Поэтому это очень-очень важно. Загрузись от телефона. Не, не сейчас, потом. Дома. Потом, смотрите. Такая еще существует, заметил, у многих трубонистов, даже поступающих в академию музыки. Не знают особенности позиционных в тромбоне. То есть, например, ну вот какие ноты на третьей позиции, назови, какие ноты у нас завышаются, какие занижаются. Вот, хотя это важно, во всех разбойниках Рейхи, Блажевича, там везде включено. То есть, например, нота до, у нас первая октава, она берется не на третьей позиции, то есть на третьей завышенной. Ми бемоль. Thank you.
знаешь, поставить воду и ее постоянно пить во время паузы. Понимаешь? Ну, это просто привычка. Так же и проверить воду. Вся нота это сидит в голове. Тем более, когда ты играешь с оркестром, она везде звучит у каждого инструмента. Тебе просто стоит взять дыхание, атака и подслышать и помощь. Так что не надо. Это ну, такая плохая привычка просто. Да? Вредная. Должно
отличаться. Если легат, то легат. Диташи, и вот так же межгода, да? Играешь. Та-ра-ра-та-ра-та-ра-ра-та-ра-ра-та-ра-ра, да? Все отделяй, чтобы было слышно. В этом не есть такая музыка, понимаешь? Давай еще раз. Не спеши, ты дослушаешь. Я думаю, что ниже, как больше. Ну, понятно.
надо ровно, две ноги, красиво. И вот такое простое упражнение. Thank you.
уже играешь. Потому что то, что тут написано, ты играешь вообще другой тип. И вот это, вот здесь перебор, и вот это. А что ты еще играешь, кроме меня? Вот? Пьеса есть? Прекрасно.
обратил внимание, вот стаккато, важно акцент. Акцент. И акцент дыхания. Здесь одинаково.
ставят для того, чтобы было сопротивление. И ну, слышно, как выезжают. Есть такое упражнение еще, вот, называется собака. Дышит, это жарко. Это тоже на время. Тренирует разные вот эти мышцы. Такие межлёгкие. Это, допустим, вот минуту сделать. Это уже такое, ну, тренировка и на голову, и, ну, со временем можно сделать и две, там, и три, ну, такие вот. Вообще, ну, рекомендуется, даже когда ты вот хочешь что-то играть, что набираешь дыхание, ну, сделать, успокоить. Волнуешься? Волнуюсь. Я волнуюсь. То есть вот набираешь дыхание, и вот этот выдох, ровный, спокойный. Да, на нашем упражнении я всегда тоже там студентам ученикам говорю, вот идешь на учебу, да, вот там сейчас так, кто-то в телефон, что помощник говорит, а ты идешь на специальность, пока от остановки идешь, вот эти шаги, они есть метроном. Да, да. Да. Говорю, такое же похожее упражнение. Набрал на один шаг, выпустил на 4 шага, набрал на один шаг, выпустил на 5 шагов, на 6, на 7, и пока дошел до специальности, уже здесь дыхание работает. Самое простое. Даже не надо метроном включать. А, да, не надо там приходить. На уроке очень мало времени. 45 минут. Я, например, своим детям в лице сделал урок в субботу двойной. Ну, не три раза провожу занятия в неделю, а один урок в среду и два подряд урока в субботу. Казалось бы, было тяжело там как-то. Мы час занимались, мы час 15. Сейчас мы с удовольствием час 30. Зато у нас есть время. Дыханием заниматься. У нас есть время спокойно упражнения дыхательными, спокойно гаммами и потом перейти к программе. Надо будет с каким-то перерывом 15 минут. То есть даже такое. Потому что, ну, как в уроке можно успеть и дыхание, и гаммы, и всем остальным. По поводу собаки. Так все-таки брюшное или грудное дыхание? Вы же померить нельзя. Какой там, для какой-то музыки, где-то можно мало брать. Нет, ну, именно вот это упражнение, которое вы показали. Да, сюда или сюда? Берите сюда. Как вам лучше. Еще вот эти моменты. Вот это дыхание не должно быть задержки. То есть не должно быть набрал. Оно в идеале должно быть вот как круг. Сразу. Это не просто, но это правильнее. Тогда нет возможности задумываться, каких-то там искать себе непонятно что. Вот это. Сразу. Да. Если не толстый, только надо приготовиться. Ah,
начинает непонятно. Но по скользким своим. Почему у вас не так много?
часть плана, да? Хватит, значит. Thank you.
составляющие фактора, они всегда основополагающие. Так же, как и в оркестре, тоже надо сесть так, чтобы видеть друг дружку. Сесть ровно, встать ровно. Удобно. Thank you.
Все ждем на концерте.